Холодильное оборудование. Ассортимент холодильного оборудования «Апач» представлен как холодильными, так и морозильными столами и шкафами, а также шкафами шокового охлаждения и заморозки. Морозильный стол IFM-02BT. Корпус и внутренняя камера выполнены из нержавеющей стали. Стол имеет функцию автоматической оттайки, вентилируемую рабочую камеру. В холодильном агрегате используется экологически безопасный холодоген. Может исполняться в пристенном варианте. Температурный режим стола – -18, -22 градуса Цельсия. Рабочий объем стола – 310 литров. Холодильный стол IFM-03. Корпус и внутренняя камера выполнены из нержавеющей стали. Стол имеет функцию автоматической оттайки, вентилируемую рабочую камеру. В холодильном агрегате используется экологически безопасный холодоген. Может исполняться в пристенном варианте. Температурный режим стола 0 плюс 10 градусов Цельсия. Рабочий объем стола 460 литров. Холодильный шкаф АВТ-70ТН. Корпус и внутренняя камера выполнены из нержавеющей стали. Дверь с изменяемым направлением открытия. Верхнее расположение компрессора. Вентилируемая рабочая камера. Внутренняя подсветка. Замок входит в комплектацию. Толщина стенок 75 мм. Температурный режим -2 плюс 8 градусов Цельсия. Рабочий объем 700 литров. Морозильный шкаф АВД-150БТ. Корпус и внутренняя камера выполнены из нержавеющей стали. Верхнее расположение компрессора. Вентилируемая рабочая камера. Внутренняя подсветка. Замок входит в комплектацию. Толщина стенок 75 мм. Температурный режим -18, -22 градуса Цельсия. Рабочий объем 1500 литров. Шкаф шокового охлаждения и заморозки SH-03. Имеет три уровня и позволяет использовать гастроемкости GM-1.1 или противни 600 на 400 мм. Оснащены программируемые функции авторазморозки, автоматическим режимом поддержания заданной температуры, а также электронной панелью управления. Корпус и рабочая камера выполнены из нержавеющей стали. Температурный щуп в комплекте. Шкаф позволяет довести температуру 11 кг продукта с 70 градусов Цельсия до -18 градусов Цельсия за 270 минут. Шкаф шокового охлаждения и заморозки APR-9-10TLO имеет 10 уровней и позволяет использовать гастроемкости GN1.1 или противни 600 на 400 мм. Оснащены программируемые функции авторазморозки, автоматическим режимом поддержания заданной температуры и сенсорной панелью управления. Корпус и рабочая камера выполнены из нержавеющей стали. Температурный щуп в комплекте. Шкаф позволяет довести температуру 18 кг продукта с 90 градусов Цельсия до -18 градусов Цельсия за 270 минут.